Всем приветики. Пришла ко мне посылочка, была в почтовом пакетике, и вот в этом пакетике тоже. Там внутри должна лежать, не понял, а чего и две. Я же одну заказывал. Что? Здесь отверточка в подарок. Хотя я не посмотрел, там бывает такой, типа, крестовая отверточка, да? Да, такая. Там бывает такое, что, типа, циферка такая где-нибудь, X2 там что-нибудь, или такое, или просто 2 ПКС, типа, штуки считаются. Ну да, 2 штуки, а я заказывал одну. Это, в общем, удаленный контроль. Плата, которая включает... Ну, в общем, подсоединяется к ней 2 провода, и нажимая на кнопку с пульта, эта плата либо соединяет их, либо разъединяет. Ну, то есть они просто подключаются, а дальше она либо их соединяет между контакт между ними, либо... То есть можно какое-то устройство либо включать, либо выключать с пульта. Вот, и это... Ну, кстати, круто то, что... Я не помню, почтовый пакет был... Вроде обычный, да. Пупырка сама была переложена вот так. Плюс здесь картонка, что тоже защищает. Ну, довольно-таки неплохо упаковано. А, здесь пультик. Интересно, с батарейкой ли он? Да, в одной коробочке. Блин, он так прикольно упакован. В одной коробочке... А, здесь галочки стоят. РФ и все. А здесь РФ и АЦ. А, питание. То есть это плата, которая на 220 есть. А, есть на 12 вольт. То есть есть разная плата. Я заказал на 220 вольт. Специально, чтобы сделать розетку. Ну, то есть взять обычный удлинитель, разрезать провод, в этот провод поставить. Блин, все так прикольно упаковано. Такое новенькое. На вид. Кстати, кнопочки эти вот резиновые, и на них даже какая-то пыльная липла, потому что резина очень хорошо пыль собирает. Ну, на вид вроде новенькая, без царапин, без ничего. О, там батарейка уже стоит, ну типа А включает, Б выключает. Включил, выключил, прикольно. Еще даже вот эта штука есть, ну прикольно, прикольно. Так, это все, что нам подогнали. Так, здесь что? То есть, даже 2 саморезика дают. Блин, как здесь все продумано. То есть, ты можешь один саморезик сюда поставить, прикрутить куда-то, второй сюда прикрутить куда-то. Хотя оно будет где-то держаться. Ну и вот такая вот плата. Сзади ничего нет. По идее, можно открыть, там внутри будет начинка. Сюда 2 провода. Это вход. Нет, вот сюда входит 2. Инпут. Сюда один входит, второй входит 220. А выходит уже отсюда. Вот Smart Switch. От 90 вольт переменного только до 250, 10 ампер нагрузка, ну довольно-таки большая. И все. И дальше, когда будешь нажимать кнопку, она будет срабатывать. Еще можно было бы открыть, посмотреть, что внутри там. Здесь, кстати, удобненько сделано. Оно так вот лежит. Вот на этом. Здесь такое отверстие, вот под отверточку вставляешь минусовую отверточку, подковыриваешь, она открывается. Здесь вот плата. Плату достаешь, ну и вот так вот она внутри выглядит. Ой, я надеюсь, у меня руки не наэлектризованы, не убьют плату. Так. Ну вот здесь такое вот все. Вход, выход. Это оно получается вот так, да, input, вход, выход. Здесь вот антенка, вот эта вот она, кнопочка, кстати, да, я про нее не сказал. А это что, батарейка? А не, это катушка, на которую нам вот она. Да.
Так, сейчас я соберу. Ну, все вот обратно поставил. Все так. Ну, в корпусе, надо признаться, круто. Или оно бы просто вот сейчас вот как плата была у меня в руках, только плата и было бы. Или оно вот в таком вот корпусе. Конечно же, в корпусе круто. Кнопочка, а там режимы типа переключает. Там, я не помню, там были расписаны. Один режим ты типа нажимаешь, оно включает. Другой выключает. Короче, там режимы разные. Как тебе лучше, чтобы оно работало. Либо чтобы оно когда-то там включало, либо чтобы когда... Ну, в общем, настроить можно какой-то режим. Главное, чтобы оно их запоминало, потом эти режимы, когда питание пропадает. Ну, вроде бы запоминает. Ты когда... А, ты вроде как... А, там есть такое, типа, ты нажимаешь, оно включило. Нажимаешь, выключило. А если нажимаешь и держишь, и пока держишь, оно включено. Отпускаешь, тогда выключено. Ну, то есть, вот такое можно настроить. Вот. Так что, прикольная штука, нужна. Как раз ее, если вот я думаю, к удлинителю поставить. Ну, то есть, не напрямую к устройству, а удлинитель просто разрезать. То есть, сюда будет входить провод от розетки, а сюда выходить и идти на розетку. И у тебя будет такая, типа, розетка на пульте. Ты нажал кнопку, и все, что включено в розетку, включилось. Ну, например, двойная розетка, и в нее один штекер, и второй. Нажал, там, раз, два устройства включилось. Ну, или одно, сколько хочешь, только включи. Это все-таки розетка. Удлинитель, ну, типа, можешь сколько хочешь включать, выключать. Вот нажал, все включилось. Допустим, раз светильники включились, раз выключились. Или хопа, а там включилась какая-нибудь, телевизор включился. Ну, в общем, что угодно. Все, что подключается в розетку, можно будет с пульта включать и выключать. Удобная штука. Вот. Как-то так. На этом все. Всем покедово.